привет, это я, Аленчик. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня будем делать самодельный римский механизм. То есть будем делать такой карниз, на котором будет вешаться наша римская штора. Это будет два отдельных видео. Такой механизм и пошив я делала своей подружке лет 15 тому назад, до того, когда я начала заниматься вообще шторами. Мой механизм, например, который я вам покажу, намного лучше в том плане, что нитки на бобинах не путаются. Более того, мой механизм, который я вам покажу, занимает меньше места по толщине и ширине на окне. То есть, получается, каждая створочка спокойненько будет открываться, а не как вот с этим большим механизмом, только на 90 градусов. И самый большой плюс моей римской шторы и механизма в том, что между ними большая разница по цене. То есть, допустим, вот этот стоит для меня лично 30 евро метр в сборке, а то, что у нас получится, будет стоить вообще копейки. Нам нужно будет в строительном магазине просто потратить, я не знаю, 2-3 доллара. Вообще, у меня на канале есть два видео про римские шторы. И это отрывок из видео, где я рассказываю все секреты про римские шторы и римские механизмы. Ссылка будет в описании. И там же я оставлю под видео еще ссылку на другое видео, где я рассказываю и показываю классический пошив римской шторы. Существуют, кстати, еще польские, китайские карнизы. И у них проблема, что тоненькие спицы. То есть мне нравится турецкий карниз, но не нравится, что он такой широкий. Если вам надо сделать римскую на все окно, то используйте вот такую вот деревянную планку. И сходите в строительный магазин и купите вот такие вот крючки, которые замкнуты в кольцо. Можно взять любой размер из трех. То есть вот есть очень маленькие, средненькие и самые большие. Чтобы установить римскую штору и механизмы на все окно, там, допустим, на 2-3 створки, нужно по-любому купить еще уголки. У меня есть такие вот беленькие, и вы можете их установить либо в потолок, либо в стену. Сейчас я вам показываю, так сказать, на деревяшке все, но я буду делать свою римскую штору совсем на другой системе. Буквально через минуточку к ней приступим, поэтому я только вам объясняю сейчас азы, но я думаю, что вы, как сказать, без демонстрации все сами поймете. Так как деревяшке нужно будет пришпандорить липучку, это можно сделать с помощью клеевого пистолета, либо степлера. То есть у меня есть обычный там бытовой и вот такой, который еще пуляется гвоздиками. Я решила похвастаться. Вот так он выглядит, и он, кстати, электрический. Так как я буду показывать вообще на отдельной белой рамочке, то есть не буду сверлить у себя дома окна, я вам покажу самый удобный вариант изготовления римского механизма на полипропиленовых трубах. Продаются в отделе сантехники. В общем, сейчас мы приклеим липучку с помощью клеевого пистолета. И как видите, у меня сразу так мгновенно все получилось. Там же в отделе сантехники нужно купить кронштейны, которые идеально подходят под трубу. То есть у меня труба на 20, значит и кронштейны на 20. И один нам нужен такой кронштейн, который будет просто выполнять функцию крючка снизу. Мы за него будем цеплять ниточку, так сказать, подъемный механизм, и останавливать штору в нужном нам положении. И нам нужно прикрутить кронштейны прямо к оконной раме, к самому верху, там, где вы считаете нужным. И поравняйте их так, чтобы они смотрели вертикально. И делаем эту процедуру слева и справа. Третий кронштейн вы должны установить под удобную вам сторону. Например, я установила с левой стороны, вы можете установить себе с правой стороны, под правую руку. Труба максимум должна выходить где-то на сантиметр-полтора от кронштейнов. И сейчас от внутренней части кронштейнов я должна отмерить по 10 сантиметров. Ниже липучки, как я сейчас показываю на экране. И туда мы будем вкручивать наши крючки, которые мы купили. Точно так же получается, что вы делаете и на деревянной планке тот же самый процесс. То есть нужно сначала рассверлить отверстие. Я это делаю сверлом на 3. И как видите, у меня в принципе все получилось. Если нужно будет, зашкурьте место сверления. Ну, я, например, это делала пилочкой для ногтей. И после того, как мы сделали два внутренних отверстия, нужно рассверлить третье. Оно у меня будет тоже с левой стороны. И отступать от края кронштейна с внешней стороны где-то на 7-8 миллиметров.
После этого нам понадобятся вот эти крючки, которые мы купили. Я выбрала себе средний размер и вкручиваю по порядку. Сначала крайний левый, потом два внутренних. И с помощью того же термоклея я приклеиваю опять жесткую часть липучки на обратную сторону трубы. И получается, что они образовали такой пробел в сантиметр, между которыми находятся наши металлические крючки. И я решила еще сделать наконечники в цвет портьеры. И я взяла два шарика от настольного тенниса, покрасила их цветным лаком для ногтей и приклеила с помощью термоклея к краю трубы. Вот так мы подготовили нашу трубу. Практически механизм готов полностью. И осталось его прищелкнуть в кронштейны обратно. А зачем нам дополнительная липучка, я объясню во втором видео, которое выйдет завтра. Римская никак не может быть без спиц, поэтому я решила вам сделать подборку, из чего можно сделать их. И, например, если пойти в строительный магазин и найти подпорки для цветов, но вот такие вот именно бамбуковые, не такие вот пупырчатые, то, в принципе, можно было бы их использовать в качестве спиц, но я вам скажу, что они стоят дорого, то есть я их не рекомендую, конечно же. Поэтому возьмемся за самый дешевый вариант, как сделать себе спицы. То есть мы берем либо рейку, либо планку, либо штапик для окна. Лучше штапик для окна. Я так делала и пробовала, и это очень даже хорошо работает. И так как мне нужно, чтобы римская штора была в готовом виде 70 сантиметров, я минусовала от них 1,5 сантиметра, чтобы в дальнейшем спрятать планки поглубже в ткань, и они не выглядывали внаружи. Я сейчас вам показываю все на рейке, и, соответственно, она легко вот этими кусачками разламывается. И все заусенцы нужно снять наждачкой, чтобы они не цеплялись за ткань. И сейчас я вам покажу именно штапик, как он есть. То есть вот штапик, видите, он немножко другого сечения. То есть нам нужно все зашкурить. Но я вам скажу, что я все равно бы переживала за ткань. И поэтому я еще лет 15 тому назад придумала обматывать вот эти рейки и планки в скотч. И это становится очень безопасно для ткани. К тому же это выходит максимально дешево. Пробовала я как-то купить отдельно спицы. Мне их, конечно же, не продали, потому что сам римский механизм должен быть укомплектован определенным количеством и набором спиц. И всегда есть расчетное количество вот этих вот колечек для римской. Потом там еще липучку выдают. И вот эти утяжелители тоже не продаются отдельно. Хотя я умудрялась один раз купить 70 сантиметров. В общем, обматываем таким образом все спицы, которые нам нужны. И стараемся сделать их максимально безопасными как сверху, так и снизу. В общем, основную сборку и пошив я вам покажу уже в следующем видео, которое, как я уже сказала, выйдет завтра. И чтобы вы легко нашли вторую часть видео, сейчас плывет ссылка. Я оставлю еще ее в описании и в конце видео. Я надеюсь, вы точно ее найдете и посмотрите, как же я пошила эту римскую штору. Как видите, собрать самому такой механизм стоит копейки. И я всегда считала, что римский механизм неоправданно дорог. Я уверена, что лично себе я никогда его не куплю. В общем, я надеюсь на ваш пальчик вверх за старание. И если вам не сложно, подпишитесь на этот канал и на второй, который называется «Аленкины самоделки Лайф». На него я тоже оставлю ссылку в описании. В общем, я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого хорошего. Здоровья вам, удачи и благополучия во всем. В общем, с вами была я, Аленчик. До новых встреч и пока!